Здравствуйте, Виктор Григорьевич. Я хочу показать вам симуляцию, о которой я говорил. Эту симуляцию я писал достаточно давно, писал очень быстро. Здесь есть ряд неких упрощений, которые, собственно говоря, и, наверное, являются причинами той картины, которую я хочу продемонстрировать. Симуляция интерактивная, но не совсем удобная. И я сейчас попробую показать это получше. Значит, здесь есть вот некое локальное скопление тел, и есть понятие внешней силы отталкивания, общей силы отталкивания. Значит, как происходит вычисление орбит этих тел? Здесь тоже все просто. Мы берем какой-то момент времени, Т нулевое, берем некий шаг времени, и для каждого тела просчитываем, какое ускорение и какой вектор движения получает тело за вот этот шаг времени. И мы смещаем на соответствующее значение каждое тело. И при расчете мы учитываем силу отталкивания всех тел в системе. То есть для каждого тела мы сначала считаем суммарный вектор отталкивания остальных тел и вычитаем его из вектора, из вектора отталкивания глобального. То есть такая математика, она сталкивает тела всегда в центр. Соответственно, я сейчас шаг времени стоит достаточно маленький, я сейчас шаг времени буду увеличивать. И вот это будет визуально увеличивать скорость движения тел. Соответственно, мы видим, что тела разного радиуса в данном случае это тоже упрощение. Чем больше масса тела, тем больше у него радиус при визуализации. Соответственно, чем меньше масса тела, тем меньше радиус получает тело при визуализации. Но оговорюсь немножко, что как таковой массы тела нет. Здесь есть понятие силы отталкивания у каждого тела. То есть это вот второе такое большое упрощение расчет взаимной силы отталкивания идет по ньютоновской формуле. В принципе, масса одного тела умножить на массу другого тела, делить на квадрат расстояния этих тел. Вот. Как мы видим, при достаточно маленьком шаге времени система демонстрирует стабильность. Но если увеличивать шаг времени, также вот видим сейчас, как в центре стягиваются мелкие тела. Но если увеличивать шаг времени, в системе возникают такие возмущения интересные. Вот мы видим, как все быстрее тела двигаются, потому что я увеличивал шаг времени. И мы видим, что большие тела выталкиваются на периферию. Теперь при достаточно большом шаге времени начинают появляться в системе возмущения. То есть система уже перестает быть стабильной. Это, соответственно, возникает... Потому что при, сближении, при сильном сближении двух тел они приобретают ускорения, близкие к бесконечности. И при такой, таком вот просчете, как я использую, за достаточно большое время этот вектор получается э, выталкивает тело на очень большое расстояние за пределы системы. Вот. Сейчас я сильнее, если увеличиваю шаг времени, мы видим вообще вот такую картину. Ну и чем больше шаг времени, тем сильнее этот хаос становится. Но если я шаг времени уменьшаю, то есть расчет становится более точным, система вновь демонстрирует признаки стабильности. Мелкие тела перестают выталкиваться с огромной силой, и система выталкивает на периферию более тяжелые тела и становится стабильной. Это наблюдение и привело к вопросу, который я задал. Возможно, что в черных дырах как раз-таки, ну, черная дыра это такая точка, в которой легкие частицы внешней силы и гравитации сближаются на очень большое, на очень небольшое расстояние, и это создает некий импульс, который выталкивает потом частицу, ну, подозреваю, что перпендикулярно плоскости эклиптики вверх или вниз, соответственно, на очень большой скорости, где она потом внешней силой гравитации также Тормозится и встраивается в какую-то другую систему э, масс. Вот прошу прощения за сумбурное объяснение. Э, ну, в общем, видим вот, что система приобрела стабильный вид, и сейчас те тела, которые были вытолкнуты наружу, они потихонечку возвращаются в систему, и опять-таки видим, что легкое тело, э, оно как бы протекает к центру системы, расталкивая другие тела. Тяжелые же тела, они остаются на периферии. Соответственно, ну вот по радиусу можно видеть, что тело пробирается, так скажем, на свой уровень своего радиуса, вот так скажем. Артур, привет. Интересно вообще получилось. Соображение, первое соображение по твоей анимации следующее по моделированию. Сначала не по моделированию, а по схеме вообще. Вот черные дыры, если мы по классике идем, это объекты не просто большой массы, а массы такой, которая искривляет пространство. Дальше пошло-поехало взаимодействие по этому принципу. Это не прямое тяготение, а именно искривление пространства, что они не выпускают фотоны. Дальше. Это быть не может. Вот таких объектов в физике вообще нет. Если ты просто говоришь про какие-то массивные объекты, которые могут там находиться в центре, но ну, ты же видишь сам по моделированию, что массивные объекты там не сосредотачиваются, что их там нет. Надо посмотреть схему следующим образом. Возможно, твоя схема подходит не к черным дырам, а скажем, схема формирования галактик, и так далее. Может, к этому она ближе подходит? Или моделирование подходит, допустим, к состоянию вещественной материи в определенных условиях, как она формирует некоторые объекты. но чтобы это все говорить, видишь, в чем прикол там, что схема плоская, на базе плоской схемы однозначно выводов никаких мы делать не можем, потому что э -э, она не объемная. У нас природа объемная, да, все взаимодействия объемные, а здесь плоская. В природной схеме у нас через телесный угол как бы вся динамика ну, я это рассуждаю с, с опыта предыдущего моделирования. Мы с, с человеком моделировали, занимались, этим всем развлекались. У нас прям жестко расходились результаты, которые получаются в, прос, в плоской схеме и в объемной. Теперь по тому, что у тебя получилось вот сам, сам подход как бы очень интересен вот, рассмотреть на различных временных лагах и смотреть как это э, все происходит, потому что динамика действительно отслеживается. Если такое моделирование запустить в объемной схеме посмотреть как из из этого бурления получается ли какое-нибудь в принципе закручивание, если потом туда ввести градацию объектов по массам. Видишь, у тебя есть разбег по массам, но он как бы такой небольшой, незначительный. Если рассмотреть объемную схему с более значительным разбегом по массе, мы, наверное, там много чего интересного увидим. Вот вообще сама схема очень интересна, то, что у тебя получается. Если оно еще все корректно будет работать, это прям, ну, такой интересный подход. Плюс сомнения у меня, у меня насчет всего всегда у меня какие-то сомнения. Вот по твоей схеме у меня еще так, такое сомнение про задание контура внешнего. Вот внешний контур, он может быть стабильным, просто кольцо, тогда он дает ну, стабильный ноль воздействия. Это как сфера на частицу внутри, это проверенная вещь, я сам ее вручную считал, механически в свое время считал. Вот. Какая схема у тебя? Вот в коррекции вообще, в принципе, нужна такая схема, что контур откликается на изменение на изменение перемещения масс внутри самого контура. То есть у нас же в природе как? Мы приближаемся к природе, к любым моделиром а в природе у нас как. Мы же, э -э, когда какое-то тело вводим в систему, да, оно расталкивает вокруг себя область. И происходит уже изменения. Если мы справа одно массивное тело введем в твою схему, ну что сделать с остальными? Она их все отгонит туда влево, в противоположную в смысле сторону. И так далее. Вот эти вот моменты. Мне кажется, что наиболее рациональная схема для моделирования – это двойной контур по внешнему кругу. Один вот просто отталкивающий, а второй контур компенсирующий. Но, грубо говоря, как бы мы ни крутили тела в маленьком тазике, на удалении во Вселенной смещения будут уже не такие, они будут стремиться к нулю, потому что общая масса смещений будет происходить на близлежащей дроби, на близлежащих телах. И вот этот вот контур надо как-то как учесть. Там разные, как я понимаю, способы моделирования, надо подумать на эту тему. Вот такие вот соображения, Артур, по первым материалам, то, что натолкнул твой ролик, вообще с интересом посмотрел.